К ремонту КСК «Ямал» приступят осенью. Правда, коснется он только спортивного блока учреждения. Об этом в нашей программе рассказал руководитель дирекции муниципального заказа Александр Горбань. Здесь планируют провести косметический ремонт внутри и обновить входную группу снаружи, а также привести в порядок фасад. В ближайшее время будет объявлен тендер на проведение этих работ и определен подрядчик. А вот спорткомплекс в 9-м микрорайоне в полуразобранном виде, судя по всему, простоит еще долго. Дело в том, что тендер на его реконструкцию планировали разыграть летом, но сроки торгов были сдвинуты на осень. Поэтому, когда конкретно здесь приступят к работам, пока неизвестно.